культовый матч начался. Аврора на 5 очков, который вот опасно сейчас, и точный удар в правый угол. Шестерочка, что ли так назовем, но Дима Даниловой на 7-й минуте это происходит. Опасно. Здесь, наверное, ошиблась. Да. Значит, в воротах текущая судьба. Бомбардирские называемые списки. Мост полетит, выходит вперед. Делает это прямо на шабах. Да, долго думали, долго запрягали и быстро забили. Татьяна Дерипаска показывает первый жест. Подача Дины Даниловой. Кайда Маун. Ух ты! Как неожиданно. Повтор, кстати, произвел, никто не рассчитывал. Должен быть далеко.